Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня 20 апреля 2023 года. Сегодня я убрал вот этот агроспан, который я сделал 18 числа. Сейчас я снимаю обзор. Вот. Вот каракаблек. Вот видите, после заморозков она в нормальном состоянии. Ничего не замерзло. Вот, цветет, растет. Вообще-то каракаблек считается морозостойкий, минус 15 градусов у него морозостойкость. Вот. И на этот плоды тоже не замерзла. Вот видите, да? Она очень рекомендую каракаблек. Вот. Цветы все на месте. Вот. А вот здесь у нас начес. Американец. Американский сорт. Вот. Тоже нормально вышло после агроспана. Вот цветет. Вот цветы, цветы. Но я заметил на этом начезе некоторые замерзания на этом, на плодах. Вот. Сейчас я покажу. Так, вот здесь у меня каракаблек. Так, в этот ряд у меня идет Black Diamond. Black Diamond. Она выдерживает минус 30 градусов, поэтому ему она не боится. Поэтому я его не укрывал в тот раз, если вы заметили. Black Diamond не укрывной сорт. Сейчас я вот этот покажу, начес. Вот видите, вот. Вот этот начес. Когда было минус 1 градусов, вот в некоторых местах, вот это листву, его это самое. Ну, короче, замерзло. И потом, вот здесь, у него были светлые, когда вот этот я укрывал, если помните, да? Вот я сейчас покажу. Вот здесь. Они вот, видите, у него были плоды, вот плоды. Вот плоды замерзли, вот это она черная, да? Вот. Они замерзли, некоторые, вот. Где-то 1% замерзло. Вот, видите, да? Вот. Вот. Но не все. Вот, например, вот этот стоит. Вот. Так. А вот здесь вот. Они в самом сердце замерзли. Ну, короче, вот этот начес. Я как заметил. Очень такая чувствительная к морозам. Вот я вам подробно покажу. Вот, вот видите, да? Вот. Она уже, не знаю, уже, по-моему, погибла. Вот эта плодушка.
А вот здесь, вот карака, блядь, посмотрите. В одном и том же агроспане стояла. Вот видите, карака, блядь. Вам поближе покажу. Вот. Ему без разницы. Вот. Ну, короче, в каракаблеке вообще нету такого. Вот. Ну, и пошла, поехала. И потом покажу, здесь у меня идет сорт Polar. Сорт Polar идет. Вот здесь Индрасадира, вот этот малина. И вот этот Polar, вот новые побеги, вот смотрите, да? Чуть-чуть подмерзла. Вот. Она не умерла, но вот заморозки подействовали, короче. Вот это считается повторные заморозки. Вот видите, да? Вот. Это новые были побеги, молодые. И вот это самое. Хотя Polar считается морозостойкий. Написано минус, выдерживает минус 20 градусов. А вот здесь... Вот это каракаблек. Вот. Ну, короче, такие дела. На сегодня, 20 апреля 2023 года. Всем удачи!